Сегодня одно из занятий прошло на открытом воздухе в парке Дендрарий. Детей учили фотографировать природу, правильно выбирать ракурсы и делать снимки людей на фоне природы. Участники кинолагеря – это дети разных возрастов, включая детей с особенностями развития. Ведь главная задача фестиваля «Ангелы природы», в рамках которого и проходит кинолагерь – это инклюзивное экологическое просвещение. Также в ходе занятий под патронажем детской социальной киностудии ребята снимут документальный фильм о природе как источнике здоровья. Мы ежедневно занимаемся с мастерами. К нам приезжают мастера с различных организаций и учат детей и рисованию, и фотоискусству, и журналистике, и различным таким профессиям, которые в дальнейшем мы включаем в программу равноправие детей. В целом же в рамках фестиваля «Ангелы природы» запланирована масса мероприятий. Финалом станет экологический урок, который проведет самый известный в мире мотивационный оратор Ник Вуйчич. А в работе кинолагеря примет участие и Александр Соломенник, которого называют российским Вуйчичем. В мастер-классах в рамках экологического урока смогут поучаствовать около 2000 детей.